ипотеке. Приобретать. Соответственно, вы меняете концепцию. План по квартальный, план месячный. Да. Именно под продажу сотовых телефонов. То есть вы эту нишу изучили, правильно? Вы кого-то обучили? Трудящих, абсолютно европейских компаний. Когда это все началось, из чего это, где этап развития заложены были когда? Этап развития. Началось все это давно, еще 80-е годы. Игорь Романович, генеральный директор компании, строитель по образованию. Закончил в свое время строительный колледж Кустанайский. И после армии работал в ПМК. Да? В сфере строительства, был мастером, сначала был рабочим. И вот так вот как-то вся жизнь Игоря Романовича протекала в сфере строительства. То есть он в качестве наемного сотрудника? Сначала в качестве наемного сотрудника. Потом, значит, это была мини-компания из двух из трех человек. Это были отделочные работы. Да? Тогда уже бизнес начался, да? Да, это было 90-е годы. Вот так, сначала было 2 человека, потом 3 человека, потихонечку уже создалась бригада, строительная бригада. Да? Это раньше было сначала маленькая ТОшка, потом была ИПшка, потом, значит, был приобретен в центре магазин строительных материалов, параллельно начали заниматься строительными материалами, сухими смесями, гипсокартоном. Мы одни из первых, кто в области привез гипсокартон. Вы сейчас являетесь представителем, официальным дилером КНАУФ. Да, официальным дилером КНАУФ. Производитель гипсокартона и Элинекс. Не Элинекс, КНАУФ. Это гипсокартон, металлические профиля, сухие смеси. Вот, а в 2003 году была зарегистрирована компания ТОБКСТРОЙ. И первый объект это был в 6-м микрорайоне цветной дом, разноцветный. Вот с этого дома начался такой плавный подъем. Штат компании с того времени начал расти более усиленно. Компания начала разветвляться. То есть, если раньше была одна, только ТОБКСТРОЙ. С 2003 года это уже начали создаваться дочерние компании, строиться производство, усиливаться торговля. И, в принципе, вот по сегодняшний день. В 2003 году, да, вы говорите, было? Да. Тогда сейчас численность компании у вас... В этом году численность группы компаний за 1000 перешла. За тысячу перешла. Это по всей группе компаний. Вот первый большой объект, вы сказали, дом, где находится? 6-й микрорайон. 6-й микрорайон. То есть, какие функции там были? То есть, отделочные работы, то есть, или строительство? Это был недостроенный дом, панельный дом был недостроенный. Мы этот дом приобрели. Достроили крышу, окна, сделали отделку современную. Сразу интересует вопрос, инвестиции, где брали? Собственный капитал привлекали, либо кредитные средства? И кредитные средства, и собственные средства. Вы тогда еще, то есть не были в компании, с какого года вы в компании? Именно вы? Именно я. Вы тоже заканчивали строительное, какая специальность? Я заканчивал строительный колледж в городе Кустанай. Представление. Да. Да нет. Интерес есть у вас строительство тоже, да? Конечно, я с детства это все видел. С детства я во всем этом крутился. Самое интересное, да, в этом? В компании, наверное, я еще в школе. Я вот когда первый строительный магазин был, я там мучком работал. А на момент 2003 года, я уже поступал в строительный колледж, я уже работал помощником мастера на стройке. На цветном доме еще не принимал участие, а на следующих годах уже был мастером, помогал мастерам. То есть, понятно, а почему именно вот ниша такая, именно жилищные дома, почему не строительство коммерческой недвижимости? Вот сейчас, конечно, Кустанай Плаза – это ваш первый рывок коммерческой недвижимости, правильно я понимаю? Сначала основной акцент делается на жилищные строительства, жилищные дома, да? Ну, тут рынок диктует. Сегодня есть потребность в жилье. Мы этим занимались. А кто вот первоначально занимался анализом, выбор земельных участков? Выбор земельных в компании БКСТРОЙ 3 учредителя. Игорь Романович, Олег Романович, Сергей Романович. Да, у каждого свои обязанности, но любое начало, любой анализ, это все делается сообща. У нас семейный бизнес.
все вместе собираемся, конечно, и строим перспективы, думаем, планируем, все вместе. Ну а какие, допустим, делегирования у вас, допустим, Игорь Романович занимается какой функцией, вы какую функцию занимаете? Игорь Романович — это генеральный директор компании, это БК-строй, это финансовый центр. Uh-huh. Это вот как раз то, что вы говорите, это планирование, uh-huh. продажи потом готовой недвижимости, встреча с общественностью, да? uh-huh. немножечко политика сейчас. Стратегии, уже. Да, за основном да. Uh-huh. да. Сергей Романович — это производство керамического кирпича. У нас садовом кирпичный завод. Нет, БК-стройпром. Да, 2007 года кирпичный завод у нас в поселке Садовом. Это производство кирпича керамического, брусчатки, теплицы у нас там построили 3 года назад, южнокорейские теплицы завезли в Казахстан. И вся автобаза компании. Это вот. Собственности БК-строй. Да, это БК-стройпром. Угу. Олег Романович — это непосредственно строительство. Непосредственно строительство. Ну и остальные дочерние компании — это уже молодое поколение, да, это я, это производство железобетонных изделий, завод СЖБИ, да, это как раз вот нажимательный паркинг, торговый центр, торговый центр Кустанай Плаза, это есть наши собственные конструкции, наш железобетон, наш кирпич. Антон Игоревич — это БК-маркет, непосредственно продажа строительных материалов. То есть все конкретно, каждый занимается своими обязанностями. Каждый занимается своими обязанностями. Но вы все равно советуетесь между собой, да, на совет? Обязательно, конечно. Прислушиваете друг к другу? Конечно. Да? Помогаем, прислушиваемся. А вот кирпич, до производства вашего кирпича вы использовали чей кирпич? Чьи инструменты? Импортировали с России или как? Каким образом? До? Нет, у нас первые дома у нас как раз вот и появились, кирпичные дома, из нашего кирпича. А, из вашего уже? Да, потому что первый дом в 6-м микрорайоне, это был уже, там был готовый каркас панели. А первые дома — это вот как раз, это жилой комплекс Тобол по улице Каирбекова. Это уже из нашего собственного кирпича. Первый проект — это какой из красного кирпича? Жена Кала или... Самый первый проект — это был жилой комплекс Тобол по Каирбекову, за рестораном Тобол. После него был 5-й микрорайон. Вот как первый проект осуществился? Можно поподробнее? Вот вы, допустим, определились с выбором земельного участка, да? Каким образом вот вы определяетесь? Где первые проекты — это были совместные проекты, там были соинвесторы в компании. Первые проекты... Казахстанские, да? Да, казахстанские. Тобол, жилой комплекс Жана Кала. В первое время это проект был совместный с инвестором. Ну, а на сегодняшний день, когда уже компания выросла, сейчас уже можем сами, вот мы 2009 года, 2008 года, уже осуществляем собственный проект. Как выбираете земельный участок? По каким критериям? Сегодня дизельный, завтра Сунаримановка будет, там следующий раз там около дома. Как вот именно? Ну, участок анализируется, там много факторов. Первое, конечно, это стоимость земельного участка. Второе — коммуникации. Есть, если, допустим, Жана Кала — это был там. Жана Кала хорошо, а вот автовокзал тоже. Автовокзал тоже хорошо. Вокруг много домов, с коммуникациями проблем нету. Пустыри были свободные, поэтому проблем не было. Жана Кала в этом плане намного сложнее. Жана Кала — это потому что все в частной собственности. Вот это отдельный вопрос, конечно, как вы договариваете, урегулируете споры, да, вот я, готовясь к интервью, конечно, читала, да, что есть такие бабушки, дедушки, которые принципиально не хотят продавать, да, или какую-то сумму называют, да, баснословную, что нереально вам приобретать. Соответственно, вы меняете концепцию как-то там. Меняем полностью проект. Что есть один частный дом, и здесь, конечно, это и визуально некрасиво. Как вот вы урегулируете? Судебными исками, материальными? Нет, это частная собственность. Тут никак не идет ни судебная, ни частная. Только вот за столом переговоров. Конечно. Нет, ну приходится менять. Но все равно все соглашаются. Предлагаете хорошую ценность, наверное, цену, да, за свое жилье. Да, ну, вполне. Ну, а в среднем можно, вот, допустим, узнать, если 60 квадратов дом, допустим, обмен на жилье новое или... Мы предлагаем как деньгами, наличными. Мы предлагаем как деньгами, так и предлагаем в обмен на квартиры.
То есть если в среднем в том микрорайоне, в Жанакале, да, земля, нас же заинтересует земля, если средняя стоимость там от 7 до 10 тысяч долларов за сотку, мы предлагаем, в то время предлагали 15 и больше. Больше, ну, а когда люди просят 50 и больше, то это само собой, сколько должна потом стоить квартира. Всю жизнь не работает, думаю, продаются, все равно купят, как они надеются, все равно купится. В принципе, все, у кого были домики по 50, по 60 квадратов, все меняли на 2-3 квартиры. Но государство никак не зависит. А государство никак не может, оно на каком основании оно, да, надавит. Это частная собственность, это уже будет лоббирование потом. Поэтому... А вот по статистике, да, вот в 2015 году сколько квадратных метров вы сдали в эксплуатацию? 16-17 На сегодняшний день мы 14, мы нормально начали в 14 году строить, ежегодно сдаем 30-35 тысяч квадратных метров, да, это жилой площадь в квартире. Ну, в основном сегмент какой заселяется? Это ипотечно кредитовать молодые семьи или... Ой, вы знаете... Тут нету такого, какого-то, вот долевого строительства не было 3 года, с этого года запустили долевое строительство. В том году национальная компания «Байтерек» по программе «КИФ» много жилья взяли. Ну а так у нас есть все время рассрочки, кредиты, ипотеки. То есть это занимается всем банк, то есть, допустим, молодая семья обращается в любой банк, или с которым вы именно работаете? В любой банк. Есть банки-партнеры, да, такой как там Центр Кредит, Сбербанк, но в принципе любой банк ипотеку поддерживает. В данный момент, вы говорите, управление персоналом – это боль всех предпринимателей, да, и здесь основные вопросы. В данный момент, вы говорите, более 1000, да, человек в управлении. То есть вы привлекаете какие-то консалтинговые, да, услуги? Нет, у вас… Прэко-консалтинг, у вас отзывы? Прэко, да. Прэко – компания, мы работали с ней, по-моему, в 2007 году. Очень нам хорошо помогли, ребята вообще супер, молодцы. Какие функции они выполняли, чем они вам помогли? Они помогали именно стратегия, планирование, вот это мы учили нас. Нас учили, руководители учили. Да. Как нужно. Именно в плане администрирования, планирования. Они очень хорошо помогают. А сейчас кто занимается вот, контролем, отбором персонала полностью? Отбором персонала у нас есть отдел кадров. Да? То есть у нас на каждом предприятии свой отдел кадров. У нас не один общий отдел. На каждом предприятии свой отдел кадров. А вы лично участвуете в отборе именно вашей компании? Непосредственно на моем предприятии, конечно. Да? Собеседование. Все курили, только топ-менеджеров? Как? Или вы всех собеседуете? Или руководящих? Все. Только... Я сегодня всех собеседую на заводе непосредственно. Понятно, на стройке в БК-стройке Германович не может всех собеседовать, поэтому там отдел кадров и дальше уже там по иерархии начальник участка, мастер. По каким критериям вы отбираете сотрудников? Что ценно для вас именно при отборе? Для меня? Да. Опыт, человеческие качества или что именно привлекает вас сотрудников? Опыт, конечно. Видите, как на собеседовании прям так невозможно понять там технические, да, какие-то там навыки. Конечно, у нас есть такой как испытательный срок, человек работает. А сколько испытательный? У нас 2-3 месяца. Без оформления, да? Нет, оформления. Обязательно. С оформлением просто, когда на испытательном сроке человек не имеет перемены части. А вот, кстати, мотивация как состоит? Окладная плюс переменная, да? В основном у всех? У всех. У всех абсолютно. А вот менеджер по продажам интересует? Менеджер по продажам тем более. У нас, а можно какой процент хотя бы переменный от продаж? Там от проекта зависит. По плану, да? По плану. То есть KPI как бы высчитывается или просто элементарно? Процентовка. То есть на какие-то объекты, можно сказать, так, зависшие объекты, там процентовка больше. На горячие, да, там, если там на автонормальных там расходятся квартиры, там уже поменьше. То дифференцировано каждому проекту. А соцпакеты или премиальные бывают для сотрудников? Премиальные бывают у нас новогодние премиальные и премия на день строителя. Это август месяц, это для всей группы компаний у нас. Каждый сотрудник ждет. Он едет на море. Нет, у нас хорошая есть добрая традиция, мы всем коллективам всегда на природу приезжаем на день строителя. Есть у вас такой, да, совместно корпоративный? Конечно. Праздники, конечно, да? Конечно. День рождения компании, день строителя, Новый год.
это вот как раз праздники, где собираются все, можно сказать, АУП, КТРовцы компании. А так по мотивации в каждом там, понятно, отделы продаж все не сидят только на процентах. А сколько примерно человек у вас, например, продает сейчас квартиры? Квартиру продает сегодня начальник отдела и 4 менеджера. 4 менеджера. Всего 4. 5 человек занимаются реализацией недвижимости. Их обучают предварительно туда? Тестируют? Мы поддерживаем обучение. Вот начальник отдела продаж Азамат, да, в Алмату и в Москву, в принципе, это поддерживаем. А он уже потом уже делится опытом со своими подчиненными. Наставник, да? Да. А вы сами обучаетесь руководящим? Ездить, как, на когда тренинги, когда время, когда время есть, да. Вот последний раз давно ездил. В 2015 году проходил обучение, повышение квалификации. То есть а внутренние какие-то тренинги проводите, да? Обучающие? Нет, внутренние тренинги не проводим. Ну, то есть для бухгалтерии, понятно, бухгалтеров там повышение, на повышение квалификации отправляют, и курсы проходят, продажников. По отделочным работам строителей это обязательно там 2-3 раза в год, это мастер-классы. Да, то есть если мы сегодня являемся представителем, дилером КНАУФа, да, это приезжает большая машина с Алматы, там, со специалистами их, с немцами, и они там неделю проводят мастер-класс. Мастер-классы проводим и на базах учебных заведений, да, сегодня со строительным колледжем. Практикуют там у нас договоренности определенные. Мы для студентов проводим мастер-классы и трудоустраиваем потом этих студентов. И с Рудинским индустриальным институтом то же самое. Такое как тренингов нету, больше практическое. Мастер-классы, практика. Текучесть есть у вас? Да нет, текучести нету. Любому человеку, ну что самое главное? Самое главное стабильность. Поэтому стабильность мы сегодня можем человеку гарантировать, поэтому как такой текучести нет. Давайте Костанай Плаза, да, рассмотрим. Почему именно перешли уже из жилищного в коммерческую недвижимость? Почему именно Костанай Плаза? Почему-то это по какому-то наставлению государства или это ваша идея? Это собственная идея, собственный проект. А кому пришла бы учредитель? Учредителям. Все? У вас нет? Одновременно. Одновременно. Давно планировали, потому что Плаза же открывается не только в Костанае, уже в принципе нужно что-то сеть, как-то что в Шевкинце, в Алматы, везде Плаза. Почему название Плаза Костанае? По названию это у нас такое тоже было внутреннее, можно сказать, внутреннее голосование. Были идеи разные, но все больше проголосовали за Костанае Плазу. И сколько инвестиций было вложено? Ну, примерно. Инвестиции большие. Ну, да, окупаемость как данный проект через сколько? Сколько времени? Я думаю, 3-5 лет. Все будет зависеть от рынка. То есть за вашей собственностью взять в арендное пользование, правильно? Конечно. Да. Сколько квадратов сейчас? 27 тысяч квадратных метров. Общая площадь торгового центра и непосредственно сдаваемая площадь 19-19,5 тысяч квадратных метров. А еще какие-то развития, допустим, Костанай Плаза мы услышали. Вы, допустим, через 5 лет компания, что еще построит в нашем городе или может выйти за горизонт? Рядом еще будет один торговый центр. Да? Да, через дорожку. Через дорожку? Да. Рядышком будет еще один торговый центр. Сейчас чем они будут отличаться? Сейчас мы продумываем, чем они будут отличаться. Может быть, это будет направление товара для дома, что-то такое. Сегодня в любой город, даже по соседству приезжаешь в Россию, да, Тюмень, Екатеринбург, то есть это есть отдельно, где фэшн какой-то, торговый центр, и рядом уже товары для дома, строительные материалы. Вот. Идея такая есть. Ну, посмотрим, как этот будет торговый центр. Это работать. В течение 5 лет. И параллельно также будет строительство жилищного дома? Обязательно. По жилищной программе уже на ближайшие 5 лет программа, в принципе, прописана. Вы планируете? Как вы планируете стратегию развития? Ближайшие года. Приобретаем землю, рисуем проекты. А кто занимается проектированием? У нас своя проектная группа. У нас своя. Где она обучается или как? Как вы нашли специалистов? И обучается она специалистов. В городе в свое время было очень много специалистов, и архитекторов, и проектировщиков, и конструкторов. Ну, это, видимо, уже взрослые люди, Да. Поэтому мы их объединили. Сначала они были как и отдельная компания, но сейчас они опять в составе БК-строя.
То есть это порядка 10 человек, это и архитекторы, и конструкторы, и теплотехники, и энергетики. Целая проектная компания. А молодых специалистов в этот отдел? Молодых специалистов обязательно привлекают. Только с нашего города ребята приезжают тоже? Приезжают, вот у нас теплотехник с Петропавловска, по-моему. Кстати, Петропавловске, да, вы планируете открыть там филиал или открыли уже? Нет. Нет? Значит, интернет неправда говорит. Давно приглашают в основном работать, пока мы не рассматриваем. Масштабироваться не собирается вообще в ближайшие 5 лет, только Кустанай? Не могу сказать, в ближайшие 5 лет. Ну, ближайшие. Пока в Кустанай работ хватает. Хватает, да? То есть нас ожидает торговый дом еще строительный, а еще что-то интересное такое для людей, может быть. Для людей, для людей это. Спортивные какие-то, может быть, корпусы. Нет, это спортивное, это уже власти города. Они проектируют, они думают, планируют. У нас жилой комплекс юбилейный. Там, в принципе, в ближайшие 5 лет вся область будет строиться. Это через дорогу от торгового центра, по эту сторону Гагарина. Там будет очень много домов. В этом году уже заложили многие компании фундаменты, начали строительство. Мы будем за торговым центром достраивать дома на юбилейном через дорогу. И, наверное, немножко позже возобновим жилой комплекс Жанакала. Угу. Потому что там тоже еще много земли осталось, много работы. Сейчас как проектировщики наши освободятся, мы начнем новые красивые дома рисовать из сборного железобетона. Ну, ты хотел сказать, какие-то будут? А вот экспансия за Астыгжан, Красный Партизан, туда, в ту сторону? Это пока есть в планах у города. Да, это пока нарисуется проект, это пока проложится коммуникация. Я думаю, это как раз вот вопрос 5 лет. 5 лет. Да. Пока сейчас все силы в области сосредоточены на юбилейном. Это будут и жилые дома, и школы, и больницы, и детские сады. Это все будет на юбилейном. А благотворительностью ваша компания занимается? Обязательно. Благотворительностью мы занимаемся. Мы поддерживаем и детские дома. Последний, может быть, читали в газете в том году в Альжанке приют, многодетная семья. Обязательно. 9 мая всегда поздравляем. Драмтеатру помогаем. В основном вот такое, детским домам, малоимущим. Обязательно. Гарман даже 3 года назад он меценат получил в Астане, его даже наградили за благотворительность, материальную помощь. Это у вас конкуренты вообще есть на рынке? Конечно, конкуренты всегда есть. Обязательно. Конкуренты с каждым годом. Новые компании заходят в город. Ну, где, допустим, не знаю, кроме Бокострова, скажите, какие у нас есть? Ну, кто самый главный, допустим, да. Сильный там, чтобы мы хотя бы знали, что у вас, оказывается, есть конкуренты. Ну, сильные, как пускать, все сильные. Тоже Кустанайская компания? Все, в принципе, да. Ирина Вика много строит. Компания АЯС строит, Актубе Сауле. А вот продукцию, допустим, кирпич, железобетонные изделия, вы экспортировать не собираете только для ваших потребностей? Мы экспортируем. Наша потребность по кирпичу, наша потребность около 80%. То есть 20% рынок Кустаная съедает быстро, не хватает. По ЖБИ немножечко другая. Вот я первые 3 года я сам непосредственно занимался активными продажами. Потому что по ЖБИ наша потребность где-то 40%. То есть в 2013 году стал вопрос, в 2013 году завод запустили и стал вопрос реализации продукции. Непосредственно я, Антон занимались реализацией, да, весь Казахстан объездил. Сегодня мы свою продукцию продаем в Актау, в Атырау, Кокчетау, в Петропавловск, Астану, ну и по экспорту Тюмень, Курган. В планах это Ханты-Мансийск, Сургут. Наши железобетонные изделия туда уходят. Ханты-Мансийск? В планах. Сейчас вот переговоры ведем. А Курган, Тюмень, уже мы 2 года с ними работаем. С российскими партнерами. Астана, строительство? Астана. Интереснее Западный Казахстан. Там больше денег, там другие цены. Актау, Тара. В общем, вы как оцениваете свою работу к вашей компании вообще в комплексе? На какой из 5-бальной шкалы, допустим, на какую оценочку? Свою? Свою на 5.
Мы тоже на 5, наверное, да? Потому что других я не вижу вариантов. Вообще, в данный момент вот нашим предпринимателям города, да, какие ниши вот сейчас востребованы, кроме строительства, допустим, на ваш взгляд? Вы видите какие-то востребованные сейчас, чтобы открыли, допустим? На ваш взгляд, я всегда такое мнение. Сфера услуг. Самое интересное. Какое различные? Идеи вообще, идей много. Кустанай это. Я жил, учился в Алмате, потом за границей. Брат у меня учился, младший тоже за границей. Я в Малайзии заканчивал университет. Mm-hmm. Да. То есть, и когда приезжаешь в Кустанай, видишь, что Кустанай это как раз вот такой полигон для старта, для начала. У нас возможности есть, мы просто только желание. Да. Сегодня и государство помогает, куча программ. Хоть дому, хоть там поддержки предпринимательства, любую идею. Ну, возможно, сейчас легко открыть бизнес и заниматься успешным бизнесом. Конечно. И даже первоначальные вложения не нужны. И нарисуй бизнес-план, защити его, и тебе помогут его сделать. Угу. Главное желание. Угу. Значит, сфера услуг вы считаете, что? Ну, хотя бы какие сферы услуг? Индустрия красоты, здоровья, медицинское обслуживание, что страдает у нас или все? Да, наверное, все. Ну и производство само для как для области, конечно, это надо поднимать производство. Ну, производство в той сфере, хоть стройматериалы, хоть посельхоз, на этом опять мое мнение. Посельхоз, раз у нас аграрный сектор, то надо в этой стороне развиваться именно переработкой. Угу. Я в этом плане. А вам нравится ваша работа, чем вы сейчас занимаетесь? Очень. Очень нравится, да? Да. Хорошо. Я хотела про мечту спросить. А вообще мечта какая-то была, вот когда вы учились там в Алмате, в Малайзии? Или это все прям стратегия была? Да, что строительство? Видите, как-то я с детства, сейчас говорю, с детства в этой строительной среде крутился и работал. И я другие варианты. Мысли не было вообще никакой. Не видел. Перспектива огромная. Да. То есть я даже учился в Алмате, да, там смотрел, как там. Где живут, как они. Ну, здесь перспектив больше в городе Кустанай. Пока нет. А как вы отдыхаете? Где вдохновление ищете? Как вдохновляете? Все равно же вы любите свою работу, но все равно же вы не устаете, бывает. И нужно искать эту энергию, вдохновляться. Чем-то путешествие или что вдохновляет? Путешествовать. Как вы отдыхаете? Сейчас не прям часто получается путешествовать, да? Какие страны увлечения? Предпочитаете? Страны больше азиатские. Азиатские? Да, во многих странах Европы был, но больше Азия. Мне нравится. Отдыхаю, спортом занимаемся. Каким? Я боксом занимался все школьные годы, студенческие годы. Сейчас играю в теннис. Угу. Сейчас вот катаемся на лыжах с Азаматом, на горных. Теннис большой? Было такое, да? Большой теннис. Горными лыжами занимаюсь. Плюс у меня есть увлечение, это конная езда. Такое у нас мини-подсобное хозяйство, где мы разводим лошадок. И вот. В Кустанай. Да. Вы раскройте все секреты, что вы еще делаете? Уже есть, оказывается. Что еще есть? Это же я из увлечения рассказываю. Увлечение. Ваше собственное. Да, ну я больше расслабляюсь на свежем воздухе. Я заядлый охотник, рыбак. Вот. Ваши дети будут заниматься, как вы хотели бы, чтобы ваши дети в каком сфере себя реализовали? Тоже строительный бизнес? Рано еще говорить, у меня сыну 9 месяцев, поэтому я еще... Все равно вы же думаете, планируете. Хотелось бы, конечно, ваше желание. Хорошее образование, это как минимум, а так уже... Пусть сам выбирает. Сам выбирает, да. Сам должен выбирать. А как вы... Есть какие-то основы финансовые? Как вы вообще планируете свой день, допустим? Как вы относитесь к деньгам? Что для вас деньги? Есть какая-то ценность денег? Для чего нужны деньги? Или что вас мотивирует в жизни? Не знаю, наверное, знаете, в силу возраста, наверное, я еще прям так не зациклен. Угу. Немножечко. Деньги сегодня для меня это, как-то, наверное, это основа жизни. Да, это... Свобода какая-то. Свобода какая-то. Угу. Планирую день. У нас. Вы ежедневно работаете? Сколько часов вы работаете? Или раз в неделю? Как вы часто появляетесь? Как состоит ваш рабочий день вообще?
рабочий день. 2 часа вы уделяете, либо 12 Нет, часов? Нет, я весь день уделяю работе. Рабочий день предприятия, у нас компания работает с 8 утра до 6 часов, это идет рабочий день, когда все, ну и потом обычно час-два еще уделяешь сам себе на работе. Получается где-то 10-12 часов в день рабочий уделяю. Ежедневно, суббота, воскресенье тоже? Субботу стараюсь пораньше освободиться, воскресенье, стараюсь телефон отключить. Работа вас так же увлекает, что вы готовы работать, да, Дмитрий? Это очень хорошо, когда нравится, чем занимаетесь, чем вдохновляет. Что даже отдыхать вам не приходится, как вы говорите. Нет, отдыхать приходится, очень нравится отдыхать. Хотели бы, допустим, делегировать свою должность кому-то, допустим, заняться чем-то другим? Или больше иметь свободного времени? Вы знаете, свободное время бы, наверное, не хотел. Мне это больше всего не нравится, да. Нет. То есть свою должность бы делегировал, если бы новый проект какой-нибудь начинал. Но это все вот в планах, перспективах. Сегодня, в принципе, нормальные кадры у нас в компании, на которых можно возлагать большие надежды. Я возлагаю большие надежды. Там молодые, перспективные. В принципе, как-то так. Расскажите про Костяная Плаза. Что вообще ждет нас в Костяной Плазе сегодня и вообще? Сегодня это с 12 часов это праздничный концерт. Это артисты, программа с города Астаны. Это конкурсы, розыгрыши, подарки. Сейчас вот сегодня в час дня сейчас мы будем гостей наших, чиновников встречать, ленточку перерезать. Да. Потом торжественный обед в ресторане Корен Хаус. Да, там будут все собственники отделов собираться. Ну, в принципе, до 10 часов вечера будет программа. Будет весело. Сегодня как раз... Салют, наверное, может? Нет, салют, наверное, не будет. Сегодня вот как раз вот кто не успевал, да, с 1 по 16 число, это было техническое открытие торгового центра. К сегодняшнему дню должны были основные подготовиться. Да, это Астыкжан, еще там несколько отделов больших. Интересно, как отреагировали владельцы Марта и Цума немножко на ваш театр? Я даже не знаю, как они отреагировали. Интересно, как они отреагировали. Единственное, конечно, сложно добираться, но, в принципе, когда я поехала две назад на в ТРЦ просто ради любопытства, да? Мне казалось, что я не в нашем городе нахожусь, что я нахожусь где-то в Челябинске, хотя бы в Челябинске. То есть масштабно так выглядит все, и смотрю, машин очень много, и людей очень много. Соответственно, я думаю, наш март уже, ну, я так думаю, что целевая аудитория часть. Ну, часть, безусловно, конечно, сейчас. Не знаю, как потом будет, сейчас первое время, может быть, половина зевак. Да, ну, сегодня в ТРЦ все условия создали для комфортного пребывания там, да, не только там родителей, но и детей, да, там большой торговый, детский развлекательный центр. Были, все испробовали. Все, детский. То есть есть где пошопиться, есть где вкусно покушать, приодеться, да, время провести. А какие условия, допустим, как вы отбирали арендаторов, допустим, как вы выбирали, ну понятно, там Бургер Кинг, да, бренды такие для фудкорта, а для арендаторов какие? Как вы отбирали арендаторов, кто этим занимался вообще? Непосредственно с крупными, с якорными компаниями переговоры проводил Игорь Манович лично. Да? Но на то время у нас был и управляющий директор Андрей Маратович, его, правда, сейчас уже нету. Но он был на то, какую-то работу он проделал. А так, коммерческие предложения рассылали всем. Да? Потом уже выбирали. Ну, сам кустанайский арендатор, да? Нет. Нет? В основном нет. Сети, да? Сетевые. Ну, знаю, что Марина, да, вот она, к сожалению, сейчас не смогла прийти, в следующий раз придет, она готовится к ТРЦ, тоже один из руководителей административной части, который занимается БКстрой. Она открылась с кинотеатра, получается, в университете, правда? Нет, кинотеатр это Игорь Романович открыл. Да? Ну, кинотеатр это, собственно, наш проект. Марина Олеговна открыла Funky Town, детский развлекательный центр, да, это совместно, там франшизники они. Ну, собственность у вас, значит, кинотеатр и Funky Town, да? И все? Нет, небольшие проекты тоже есть свои. Да. Небольшие проекты есть свои. Сколько у нас там? Есть вопросы? Задавайте вопросы, интересующиеся. Да? Здрасте. Мы, кстати, работаем у вас каждое воскресенье в Костяной Плазе, наша детская анимация, поэтому приходите, пожалуйста. Развлекать будем ваших детей в Плазе.
А вопрос, собственно, такой. Не так давно произошел кризис в Казахстане, и рынок недвижимости на какое-то время замер. Повлияло ли как-то на вас? Принимали ли вы какие-то кардинальные меры, какие-то движения? Или так как вы сами все для себя производите, у вас, собственно, ничего не изменилось, и у вас не было продукции за доллар, вы все покупали собственно. Либо вы как-то сели, когда доллар тенге в два раза, да, изменился, ночью, возможно, собрались и подумали, что же вам делать. Были какие-то марш-броски, экстренные меры? Или для вас это незаметно все прошло? Ситуация с валютой, она, мне кажется, ни для кого там незаметно не произошла. Мы, конечно, это тоже все почувствовали, да. Но компания, можно сказать, подготовилась к этому, да. То есть мы сделали акцент вот как раз на это время, мы сделали акцент на государство. То есть в это время зашли как раз еще национальные компании, с которыми мы работали, это Байтерек, КИК, и то есть тот объем недвижимости, который было сложно реализовать в то время на рынок, вот как раз национальные компании это забрали, да. Угу. По продажам, непосредственно по строительным материалам, спад, конечно, был, но не такой сильный. Больше почувствовалась разница. Сегодня у нас любое производство, да, наше производство, это заводы, кирпичный, щебеночный, это корейский, это доллары. Завод ЖБ, это немецкий, это евро. Здесь, конечно, почувствовал, запчасти сейчас ЗИП, комплектующие в два раза выросли. Меньше стали зарабатывать, наверное, на производстве. Но да? Конкретно движение не произошло, то есть никаких закрытий, отделений, нет, ничего нет, такого кардинального. Такого ничего не произошло. Потому что многие компании прям потерпели большой стресс, у вас только немножко упал доход, да, и потом... В этот период мы, была стратегия для населения сохранить ту же самую цифру за квадратный метр, которая была. В принципе, это, наверное, и была основная, как сказать... составляющего, что мы вот на плаву вот так вот удержались. То есть жилье как стоило, да, в пределах там 140-160 тысяч за квадратный метр, тенге в два раза ослаб, но при этом цена за квадратный метр осталась такая же. Люди этого не прочувствовали. Это очень хорошо. Да. Потому что вторичное жилье почему-то люди стали оценивать за доллары, хотя они покупали их за тенге. Да. Ну и говорю, у нас только непосредственно по производствам только комплектующие, да, это доллары и евро, а сырье, в принципе, все, наша валюта, все в тенге. Конечно, какой-то был рост, порядка 20-25% 20-25% на сырье цена выросла, но на конечном продукте, чтобы сдержать именно вот эту цифру за квадратный метр, мы, как производственники, уже здесь немножечко поджимались. Еще вопрос у кого? Есть. Алексей Иванович, прямые продажи. Давно у меня был вопрос этот вам. Это так сложилось, что теперь встретились. Прибегает, ну, берет ли ваша организация кредиты в банке? И если да, то почему с таким оборотом вы вынуждены это делать? Кредиты постоянно. У нас постоянно открыты кредитные линии, и любой новый проект начинается, наверное, с кредита. Ну, я не знаю, для меня как бы сегодня есть банки, зачем сегодня выкладывать все свои средства, если можно взять кредит в банке. А какая для вас эффективная ставка сейчас используется? Разная. Разная? Да. Все по-разному. Мне кажется, можно еще дополнить, почему кредиты берут многие руководители фирм. Потому что если грамотный руководитель, он знает, что с учетом рыночных всех отношений, кредиты сами себя и гасят, по сути. Даже если ты берешь под 16%, у нас девальвация и все возможные односторонние влияния, они себе искупают. Грубо говоря, если ты взял 10 лет назад кредит там 10 миллионов и платишь там 160 тысяч тенге, да, и это 160 тысяч тенге раньше было, ого, какая сумма, то сейчас 160 тысяч тенге – это средняя зарплата хорошего менеджера. И это все, кто понимает и кто далеко смотрит, они берут кредиты, потому что сейчас кредитные линии очень сильно открываются для многих предпринимателей, тем более для таких, как крупных, они там процентная ставка где-то, скорее всего, 6%, потому что 6% еще субсидирует государство. Это было сказано до этого.
И самое главное, что сейчас надо не упустить момент и просто кредитоваться, не бояться. И тем более еще кредиты не стимулируют, заставляют тебя работать. Ничто так не стимулирует предпринимателя, да. Потому что ты должен с первого числа там условно какую-то сумму выплатить. Да и быстрый рост невозможен. Не накопишь же на новый там жилой комплекс. Либо ты будешь сидеть ждать, вот сейчас я накоплю там несколько миллиардов. Конечно, построю. Это время, цены, ресурсы. Это взял, построил, уже реализуешь и вкладываешь. Еще вопрос был у кого-то, да? Руслан, у вас. Да, мой вопрос такой. То есть, первый я услышал, то есть дальше не кирпич, да, будет у вас? ЖБИ будет дальше, да? Оно сейчас уже есть. Нет, я имею в виду строительство жилдомов. Да, мы планируем Жанакалу, именно Абайскую линию. Это будут многоэтажные дома. В планах у нас так сейчас будет. Панельные, да? Как? А? Панельные, да? Нет, не панельные. Не панельные. Они сами каркасы будут железобетонные, не кирпичные. Заполнение сейчас на сегодняшний день большой ассортимент заполнителей. Это и газобетон, и пенобетон. А отделка хоть травертин, хоть кирпич, хоть плитка облицовочная. Просто... Ну, кирпич лучше, правильно? Кирпич теплый, надежный, но есть и минусы кирпича. Да? Кирпичный дом 9 этажей выше. Нельзя строить. Вот, то есть для строительства, для людей. Да. То есть, если мы сегодня раз получится у нас сделать проекты из железобетона, это будут дома 12, 13, 15 этажей. То есть это в планах есть вот сейчас уже по Абае же накладывают немножко небоскреб другой высоты. Смотрите, один кинжик. В общей архитектуре все это. Вы планируете? То есть у нас происходит только Кружинов на этом рынке, да? Что стоит что-то, ну вот пытается это продать и сделать элитным. Вы знаете, элитный первый это был, как я уже рассказывал, жилой комплекс Тобол, да, там все было успешно. Второй проект элитный, он так и называется, жилой комплекс элитный. Mm-hmm. Это сзади торгового центра Кустанай Плаза, это таунхаус. Да, ну динамика продаж не показала желаемого результата, что у нас население готово к такому. Да? Не готово оказалось, да? Не готово, да, хотя это, я сам там живу, да, это квартира на земле, это блочные дома, да, там со своим участком земли, с охраной, с обслуживающим персоналом, да, там дворники, садовники, ну у нас население... На сегодняшний день уже, конечно... Нет, если не о таунхаусах, а именно о многоквартирных жилых элитных домах. Такое... Нет, пока мы с ней планируем. Третий вопрос – инновационное жилье. То есть, не знаю, там в этом году, по-моему, в Чикаго, да, вообще запретили в течение года все обязаны поставить солнечные панели, и дома должны сами себя полностью обслуживать, покупать только солнечной энергии, допустим. Вот что-то вот, не знаю, такое, когда-то у нас... В этом году Экспо прошло, может быть, что-то придумает наше правительство, там, заменяющее энергии. Пока нету такой потребности. Все, еще раз говорю, все всегда складывается конечная стоимость за квадратный метр. То есть можно сегодня и солнечные батареи поставить, там, и системы «Умный дом», как в Алмате. Но вы сегодня готовы платить там 300-350 тысяч за квадратный метр жилья? Сколько сейчас за квадратный метр? Нет, я думаю, что кто-то и готов. Опять же, как промониторили рынок, анализ показал, что кто готов сегодня выложить 40 миллионов за квартиру, они за 40 миллионов сегодня могут себе немножечко поменьше домик построить. Mm-hmm. У нас еще в Кустанае, у нас до сих пор люди рвутся все на второй этаж квартиру купить. Хотя уже во всем мире, да, чем выше, тем она дороже. А у нас второй, третий этаж все хотят, потому что люди переживают, что там лифт отключат или там вода, что-то будет, или угловая квартира холодная. Поэтому тут все упирается в финансы. Сегодня средняя стоимость за квадратный метр жилья это 140-160 тысяч тенге. От 140 до 160. Это с учетом, что сегодня началось долевое строительство. То есть на начальном этапе цена минимальная, потом цена растет, растет, и дом построился, уже другая цена совсем. Сегодня люди готовы, 140-160 тысяч, они готовы платить за квартиру. Завтра, если будет 300, я не уверен, что они придут с таким же веселым настроением. И еще вопрос. Как вы переживаете? Ну, все равно, я помню, был Быкострой, правильно? Был супермаркет, стройматериал. Угу. Так? Сейчас он все-таки, ну, я понимаю, что не пошел, да, наверное, назвать это. То есть был Мегастрой, был Быкострой, я понял, мы закупались и там. Сейчас у вас в Быкострое осталось в основном вот ваша продукция, Икнаус, да? То есть вы от розницы строительных материалов вы ушли, да?
То есть что было неправильно? Был неправильный или просто поменяли стратегию? И стратегию поменяли, и ни одного директора поменяли. То есть проблема в людях там? И в людях, да. Сегодня в БК-маркете тоже член семьи встал, да, Антон, брат мой. То есть уже собственник, можно сказать, стал. Да, поменяли стратегию, что сегодня, раньше, если был ассортимент у нас там 3-4 тысячи, да, сегодня мы оставили 500 единиц, да, но эти 500 единиц сегодня, вы говорите, Мегастрой, там, они сегодня у нас и покупают это, и потом продают на розницу. То есть ассортимент уменьшился, при этом обороты увеличились. Поэтому сегодня хватает магазинов и Мегастрой, и ТДС, кто там, кисточки, шурупы продает, там, ну, мелочевку. А мы именно сакцентировались на оптовых продажах. Да. То есть розница все это больше не ваша? Вы можете прийти, купить один лист гипсокартона, один мешок цемента, там, один кирпич, это все можно. Но акцент именно на оптовые продажи, потому что сегодня мы сегодня уже начали больше, знаете, как со строительными компаниями, именно отдел продаж. Во-первых, мы отдел продаж объединили. То есть раньше это у нас были на каждом предприятии был собственный отдел продаж. Сегодня у нас один централизованный отдел продаж. Как колл-центр основной, да? Не понял. Как колл-центр основной ваш? Да, типа того. То есть и сегодня вы, придя в БК-маркет, да, придя в БК-маркет, вы сегодня скажете, хочу построить коттедж себе. И, то есть и уже менеджер предоставит вам полный спектр всех строительных материалов, начиная от основания, щебенка, блоки, кирпич, плиты, отделка. Даже если у вас будет, не будет хватать времени, и черепицу привезет вам, и посоветует строитель. И по совету строительного бизнеса, да. И проект еще будет. Проект нет. Ну, то есть в больших компаниях, в принципе, ошибки бывают, да? Ну, я не знаю, ну, назвать ли это ошибкой. Тяжелые моменты в компании были кризисы. Как вы это переживаете? То есть вот открыли БК-маркет, да? Там не тех людей взяли, не так пошло, да? И вот вы решили это направление закрыть, правильно? Ну, уменьшить его объем, не только ВОК, да? Вот как это все происходит? Анализируют, так же договариваются. Раз закрыли, да, и вот как-то вот так? Ну, БК-маркет мы ни разу не закрывали. Нет, я не в да, то есть вы с розницы ушли в опт, правильно? Да, плавно, потихонечку ушли в опт. Просто перестали закупать. Многие направления, конечно, закрыли, да. Мы, раньше у нас были прямые поставки там, котельного оборудования. Ну, нету спроса, мы сегодня просто перестали его привозить сюда. Ну, как бы мы являемся их дилерами, да, там. Но мы перестали перевозить. А так как... Да, был кризис, было тяжело, но сегодня говорю, компания большая, есть возможности. Мы дотируем свои компании, помогаем. Потом на ноги встают. Как вы мнение покупателя учитывать? Есть ли отрицательные какие-то моменты? Там? Конечно. А жильцов, это же неизбежно, да, что столько заселений, какие-то все равно иски не желают. Какой-то есть такой случай? Как вы с этим боретесь? То есть как вы договариваетесь? Вы встречаетесь с ними лично или как? Или уже судебным способом? Бывают и судебные. Не скрою, бывают и судебные. Так, в основном, сегодня непосредственно по недвижимости, это какие могут быть вопросы? Это там по качеству отдела, там, трещинка. Да. Мы это не исправляем. Всегда. Да. Я такого придерживаюсь, да. Каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен своим делом. Что-то я вижу, что у Антона что-то не получается. А вдруг Антон не хочет заниматься своим, он хочет заниматься вашей деятельностью. Ну нет, вот как раз вот такие нюансы мы сразу на начальном этапе, мы здесь все вопросы, нюансы обсуждаются. Кто чем хочет заниматься, кто больше ничем хочет заниматься, кто в этом больше понимает, разбирается. В принципе, папа как-то с этим, у нас проблем никогда не было, не помню, что не были проблемы. А вот Игоря Романовича, допустим, я лично не знаю, расскажите вот про него, его секреты успеха, допустим, Игоря Романовича. Много работает. Много работает? Игорь Романович всегда больше 12 часов проводит на работе. То есть если я 10-12, то я так думаю, 12-14 часов. В день он проводит на работе. Сколько лет он этим уже занимается?
В сфере строительства? Да. То есть всегда активную трудовую деятельность ведет, да? А еще что привело к успеху? Как он относится к сотрудникам? Как он как личный, допустим? Какие еще же внутренние качества же есть у него? Ну, выносливость мы понятно, да, трудолюбие. Я скажу к сотрудникам. Жесткий руководитель. Жесткий. Игорь Манович жесткий руководитель, да. Но при этом, как говорится, не то время никуда он может и где-то потребовать, может спокойно. Он сейчас, я говорю, когда уже строителей намного больше, еще даже 2-3 года назад Игорь Иванович все строители по именам знал. То есть он каждого знает имя, фамилию. Уважал, потому что он же сам такой же строитель. Конечно, может и чай попить, посидеть с мужиками, с камечками, с работягами. Ну и требователь, да? Ну и требователь. А как к вам он относится, если вы не выполняете свои должности? У нас, видите, еще раз говорю, каждый занимается своим делом. У меня есть план. Да, у нас план годовой, план там, квартальный, план месячный. Вы считаете, что выполняется, да, полностью план? Ну, я не считаю, у меня это все прописано есть. И он следит, то есть, за отчетностью? Он что-то смотрит в конце года. Если вдруг вы не выполнили план, ну, немножко, допустим, не дотянули. Там уже садимся и разбираемся, в чем была проблема, что где-то надо что-то изменить, что-то добавить, где-то, может быть, там дополнительные финансы привлечь. Где-то поменять стратегию. Так. Вот так вообще дружная, сплоченная семья, да, в которой можно вести активно семейный бизнес. Да. И потом и ваши сыновья тоже в эту стихию, да, и. По сыновью. Лично вы себя кем в будущем видите? В этой стране ли будете жить или в перспективе? Патриотки нашего Кустанай, как вы? Я патриот не Кустанай, я патриот Казахстана. Мне очень нравится город Алматы. Я там отучился, жил там 3 года. Мне очень нравится Алматы. Да. В принципе, сейчас вот говорят, что там вокруг Алматы новые города настраивают, города-спутники Алматы. Наверное, я бы с удовольствием бы там, не знаю, на постоянное место жительства уехал, но поработал бы там, пожил с удовольствием. Ну, пока в Кустанай работы хватает, пока. Есть у нас больше 8000 человек в очереди на жилье стоит. Да? Было 22 000, сейчас около 8, по-моему. Поэтому пока месяц в Кустанае. А сколько планы в 2017 году сдать? Какой объем жилой? В 2017 году? В 2017 году около 28-30 000 квадратных метров жилья. 2018 год был. А вот по срокам комплекса сколько строится, возможно, допустим, Жанакова или вот элитный комплекс? Юбилейный, допустим, сейчас. Сколько по срокам? Там в зависимости от квадратуры. То есть, ну, в принципе, девятиэтажный дом, это где-то 9-10 месяцев. 9-10 месяцев? Точно как это было у нас. То есть один этаж в месяц, да? Такой план. Вообще план 1,5 этажа в месяц. Ну, один это. Это статистика, да? Еще вопросы у нас были. Да, а еще у меня вопрос не по бизнесу, по досуговой части, вот про Кустанай Плазу. Я еще не посещала этот центр, но сегодняшнее открытие вы приурочили ко дню рождения моего сына. То, что я вам очень понравилось. Но у меня вопрос сегодня здесь прозвучало про детские анимации. А если я возьму вот его 12-летнего после школы сегодня вечером, там младшего 9-летнего, и поведу их к вам, я могу найти для них что-то интересное? Панкитаун до 10 часов. Как называется? Детский развлекательный Панкитаун. Центр, да. Сразу он до 10. Там вообще для категория. Мало, не, да, не для 12, ну там только вот, вот это. Нет, до 12 лет вы ему найдете развлечение. Да. Ему найдете развлечение. Мы ваши гости. Человек со стороны, и вы ему доверяете, и он также такие же пункты, такие же обязанности несет как член семьи. Или это вот такой закрытый клуб, только свои? И с чем это связано? Были. На сегодняшний день, в принципе, это, наверное, в основном члены семьи. Но были такие моменты, когда мы ставили наемных сотрудников, да. Ну, как-то получилось, что не оправдали, наверное. Ну, сколько лет, например, наемный сотрудник, он же работал, он был прям. Да. Все отлично. Да. То есть, 2 года, да. Два года выдерживал. Да. Ну, сам. Опять же, я такого мнения придерживаю, да, у собственника и у наемного сотрудника совсем разное видение. Сегодня на заводе ЖБ бы сидел, у меня
Да, у меня есть помощники, инженера, да, все наемные сотрудники, да. Но есть 8-часовой рабочий день. Закончился он, и все. А производство и там, я не знаю, продажи, да, там активные продажи. Это... Я сам в отделе продаж, грубо говоря, работал, да, в отделе продаж работал. И сегодня у нас многие клиенты там, в 10, в 11 часов вечера звонят и говорят, а можно квартиру посмотреть? Можно. Можно. Вы говорите, можно. Я ехал. Менеджер говорит, нельзя. В 10, в 11 часов ехал, открывал квартиру, рассказывал, показывал. Не знаю, но сегодня делаю да, так менеджер, не делаю. На процентах, почему вы нет? Устают. Родственники, да. Вы отношаетесь. Они потом и остаются менеджерами тоже, да? Да. Жены как участвуют в бизнесе? С удовольствием. Они вас видят хорошо. Жены пока как такового в бизнесе не участвуют. В семейном, да, именно в сфере строительства. Зятьев привлекли. Зятья работает. Нет, ну Марина участвует, ну не жена, конечно, но вот женщина. А почему жены это? Марина участвует. То есть это желание самой женщины? Конечно. Если она изъявит желание, я хочу. Я думаю, что вся семья там работает. Нет, из семьи много кто сказал, не, я не хочу, я сам. Все. А можно еще вопрос? А вот по поводу сотрудников, да, нанимая сотрудника, собственник, собственно, покупает себе плюс 8 часов, то не покупает себе мозг, он покупает собственных себе 8 часов, то есть он говорит человеку, что делать, и получает все пользование дополнительных 8 часов. А вот про семейный бизнес я смотрела очень большую серию фильмов про семейный бизнес, итальянский, испанский, где люди занимаются виноделием или чем-то таким, и тогда один собственник семейного бизнеса сказал, что если все бизнесы люди планируют там на 5, 10 лет, 20 лет, то я планирую наш бизнес на поколение. То есть на 100, 200, 300 лет. Я понимаю, что этим бизнесом будут заниматься мои дети, но вот именно виноделие, там же у них вообще все очень в ветвях, все семейное, все только вот так вот, дед косточку ногами толок, внук. Вот если у вашего первого руководителя, первоисточника какой-то глобальный план, о завоевании мира, о том, как будущие поколения будут работать и продолжать династию. Или 5, 10, 50 лет – это максимальный план. Знаете, наверное, наши первые руководители, когда вот мы торговый центр построили, этот Кустанай Плаза, на первый раз об этом задумались. А раньше такого не было. Да, всегда там, Игорь Романович и я, да, мы ставим пример сегодня, говорю, сотрудничать там, с многими европейскими компаниями. Да. Оборудование, кого покупаем, там деды 60-х годов компании существуют, круто, это круто, но это новинка, да, они, у них запатентовано, они производят. Мы сегодня производим стройматериалы, поэтому я не могу сказать, что там завод я передам своему сыну, я не знаю, что будет с заводом, да, сегодня. Работает он на пределе уже. 4 года работает, я не знаю, сколько еще раз еще так сможет проработать. А такие проекты, как торговый центр, я думаю, это как раз и был вот такой первый заклад на будущее. Заложили первый проект такой на будущее. Пенсию. Пенсию надежно, не от государства, а от рынка. Да, потому что Игорь Романович должен понимать, что когда-то придет время, когда ему нужно отойти от дел. И не так, что просто вот он ушел и все, а чтобы бизнес продолжился, и вот это все, династия росла и занималась дальше. Наверное, он подумал. Вот у меня вопрос, можно вот вопрос просто два раза уже? Да, я руку поднимаю. Представьте, меня Ягнар зовут, сотовый аксессуар в торговом центре «Марк». Вот у меня такой вопрос. Сегодня я планирую, допустим, к вам прийти, чтобы организовать еще там отдел, или, допустим, переехать. Как вы на это смотрите? Нужно ли мне это делать или нет? Мотивируйте. Да. Я не собственник квартиры, буду рассказывать просто простой вопрос. Ну, что касается сотовых и аксессуаров, там такую, довольно такую приличную площадь определили именно под продажу сотовых телефонов. Поэтому там руководитель у нас Марьям. Я, конечно, вам посоветую, приходите. Я вот изучил, вы советуете вот именно почему, именно точку. Я в ТРЦ «Март» работаю,
Почему я должен переехать? Я вам так не скажу, почему вы должны. Я вам могу сказать, что трафик гарантирован. Гарантированно. Трафик гарантированный. Ориентируйтесь, в будний день, в выходные? Не могу сказать, ну, первый день, единственное, что запомнил, 1 числа мы открыли техническое открытие, с 10 до 6 часов вечера, это уже было 5 тысяч зашло. Ну, я думаю, еще 5 тысяч это как минимум зашло. Это еще якорные не открылись, такие как Астахжан, потому что именно отдел сотовой связи будет вот здесь вот напротив Астахжана. Да, я видел напротив Астахжана, хорошее место абсолютно. Допустим, полгода, год, два, трафик уменьшаться будет, увеличиваться, какие планы, какие маркетинговые. Я думаю, трафик будет только увеличиваться, потому что я только рассказывал планы области на 5 лет. Здесь уже живет очень большое количество населения. В следующем году заселение. Арман и юбилейный, это уже, не знаю, как полгорода нашего будет. На юбилейном планируют построить больше 50 домов. Представляете, сколько это будет населения? Поэтому трафик, я думаю, с каждым годом только будет увеличиваться. Все, переезжаем. Кто эти люди? По программе 3000 только семей переезжает. Из Монголии? У меня вопрос, Ром, по кадровый вопрос. Если это сотрудник наемный или член семьи в управлении, и совершивший ошибку или какое-то бездействие, какая система наказания у вас есть? Я понимаю, есть система премирования, там процент. А система наказания какая есть? Система наказания, я не знаю, как и в любой компании. Замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. Ну только так, деньгами не наказывается. Нет, если у вас есть выговор, это вы автоматически месячной премии лишаетесь, и всех годовых премию лишаетесь. Премиальная же часть позволяет варьировать, поэтому. Да? Сегодня мы к тому идем, что, допустим, премиальная часть не так, что раньше, да, у нас раньше был там есть оклад, там есть там такой примерно премия. Сегодня премия может быть безграничной. Да, менеджеров по реализации, может наторговать, у него зарплата варьируется, а может получить 50 тысяч, а может миллион получить премию. То есть это все от него зависит. Ну по продажам понятно. Ну если простой рабочий монтажник, там, например. Какие? У них точно так же от выработки. От объема. От выработки. Конечно, от объема. Угу. А наказание, выговор получил, все, ты месячную премию лишаешься, и всех годовых поощрений ты тоже лишаешься. Часто бывает такое? Не часто, но регулярно. Показательно. Вы это делаете показательно? Нет, это не показательно. А как еще донести? Чтобы остальным, неповадному. Нет, вы сами говорите, провинился или там не доделал, упустил, испортил. А бездействие? Вот, например, вот если в случае с президентом это было бездействие, да? Вот такие какие-то есть наказания у топ-менеджеров? Вот не, ну... Конечно. У топ-менеджеров, у заместителей есть и выговоры, и лишения премии, и годовых премий. Угу. Обязательно есть. Ну, то есть система. Конечно. После лишения премии люди остаются работать. После лишения? Да. Целый год наказания. Да. Жестко. Ну, в принципе, справедливо. Еще вопросы давайте. Да, вот для управления пускной плазой вы тоже один из отпусков получается, да, будет заниматься управлением? Нет. Пускной плазой. Наемный. Там директор со стороны, да, вариант? Да. Полностью. То есть вы эту нишу изучили, правильно? Вы кого-то обучили, или вы просто вот привезли Марьям, и она этим занимается полностью, все работает? Марьям, управляющего мы привезли только месяц назад. Ну да, до этого. А до этого был другой управляющий местный, и сами с головой изучали этот вопрос, как работать, что работать. Ну, то есть взяли новую нишу, ее изучили сами самостоятельно. Обязательно. И потом вы нанимаете человека, правильно? А не взяли человека и полностью ему подчиняете, слушаете, как. Сами учились и игроман. Ну, здесь больше игроманочка, что он в Алмате, в Астане и по всему Казахстану носился. Именно потому, что самому надо было набраться опыта, что это такое, как это работает. И потом уже поставили управляющего, донесли до него план, и теперь будем наблюдать за ним. Я еще позитивно хочу сказать, у меня родственник работает у вас, Флан Баскул, вы знаете, у него заболела спина, прям совсем.
совсем недавно, и вот, ну, видимо, ценный сотрудник, я надеюсь. Вы, компания занялась увлечением на сегодняшний день, то есть его отправили к врачам, и так далее, и так далее. То есть, вот, благодарность вам. Можно пожелание нашим предпринимателям, какие качества должен обладать, или какие-то, может, напутствия, слова скажете нашим будущим, действующим предпринимателям? Как нужно быть, варьировать этот рынок, чтобы завоевать, и стать лидером рынка, Кустаная и не только? Я не знаю, наверное, как такового рецепта нету, как стать успешным. Так, вы считаете себя успешным? Еще не на 100%. Чуть-чуть. Когда спать будут, да? Когда спать будут, да? Чуть-чуть еще. Не бояться действовать. Ну, я такого еще придерживаюсь. Одна, наверное, из основных успешного бизнеса, да, частичек, это команда. Да, на сегодня самая, наверное, такая проблемная в Кустанае команда. Намного проще там с бухгалтерами, с продавцами, а именно с техническими, с инженерами. Это очень сложно. Команда, не бояться ничего сегодня. Я говорю, мы сегодня живем в правовом государстве, да, что можно не бояться там никого. Да, сегодня и органы, и государство всячески помогает. Сегодня больше сидят, многие бездействуют, потому что не знают сегодня всех программ. Ну, это вот именно государство. Сегодня, еще раз говорю, очень множество программ. Да? И субсидирование, и льготы, и помощь, и консультация бесплатная, и иностранных тебе привозят консультантов бесплатно. Я сам этим пользовался. Я ему только кормил его. 2 недели он жил, так можно сказать, со мной. Все это бесплатно. Поэтому узнавайте, стремитесь, не бойтесь. Я думаю, все обязательно получится. Спасибо вам, Роман, большое. Давайте поздравим. Как лидера рынка. Например, вывески и полиграфии. Тут продумывается все. Изучается рынок, и уже мы дальше следуем. Мы с собственником сопровождаем на всех этапах. Но да. Здесь бесплатная консультация, именно вообще вектор, да? То есть вектор вообще здесь все входит сюда. Это бесплатная еще консультация. Можно ее сделать за один раз, предварительно подготовившись. И уже дальше собственник решает, как дальше мы двигаемся по работе. Выбираем? Выбираем, смотрим рандомно. У нас номер 40. Конечно, да. Есть вообще, нет, есть потребность. Да, да. Давайте, классно. Из Грудного нельзя приехали. Фотографии на память. Успешно принимает решение, смотрит. 36. Ой, мой. Ну не знаю, найти грамотного бухгалтера или как на людей там мотивировать нет. Потом мы поменяемся этими проблемами, то есть ваши проблемы в своем бизнесе экспресс, хорошо? Проблемы есть.
Да, то есть вы продаете, то есть вы не всем даете, кто живет в этом районе, а что? 9 руководителей крупных великих компаний ответили, что на руководящей должности они продвигают кого-то из существующих. Маркетолог, я делаю продаж, то есть не бывает так, что это будет статичный продаж. Пробую ошибок, потому что иногда ты делаешь ставку и ты думаешь, вау, вот это мне показали. Я сам не решил, поэтому я не буду.